Всем добрый день. Вот на Розетке заказал горелку для сухого спирта. Вот такая, забрал только что на новой почте. Вот такая приехала. Вроде неплохо запакованная. Единственное, что, если слышно, внутри упаковка, ну, в общем, тарабанит. Сейчас посмотрим, что внутри. Да, сверху наклеечка. Обережно в крышке. Так, что сразу? Сразу внутри заказ, сумма, все расписано. По наклейке видно, что наклейка уже открывалась. Посмотрим, что внутри. Так. Внутри упаковано клеенку. Запаянный для сухого спирта стаканчик. Ну и, соответственно, сама горелка. Что можно сказать про горелку? Сделана довольно качественно. Хорошая сталь. Ну и я надеюсь, прослужит долго. Да, что хотелось бы сказать еще про продавца. Продавец сразу же отправил, вчера был сделан заказ, сразу же отправил новой почтой. Сегодня с утра уже товар был в моем отделении. Всем спасибо.